Тренажером на свежем воздухе теперь занимают очередь. Причем не только дети. Такой площадки в микрорайоне Яблоневый овраг никогда и не было. Ну, здесь, конечно, беспорядок был. Сейчас уже делали, строители поработали здесь хорошо. Мы были, когда площадка вообще здесь ничего не было. Проходили по дорожке. А сейчас пришли сюда, будем теперь ходить сюда. Строители ко дню города для жителей микрорайона сделали настоящий подарок. Раньше срока закончили благоустройство главной площади и сквера. Работы вели в рамках проекта «Комфортная городская среда». Сквер в Яблоневом овраге долгое время был попросту заброшенным. Теперь здесь новые асфальтированные пешеходные дорожки, фонари освещения и лавочки. Территория стала благоустроенной, чему несказанно рады местные жители. Выразить вам благодарность за то, что вы даете нам будущее, за наших детей, внуков. Я тебя лично скажу. Год назад не думала здесь, я 3 года не думала здесь жить. Но такие перемены, я обалдею. Жигулевск стал комфортным для населения. Доступное жилье, природа, а теперь еще и развивающаяся инфраструктура привлекает молодые семьи. Молодым семьям, кстати говоря, мы сейчас договорились, что в этом году там все-таки большое количество молодых семей сейчас стоит в очереди. Мы значительно увеличим объем поддержки. То есть в этом году мы 150 миллионов дополнительно вот в сентябре выделим на выдачу, значит, на социальные выплаты для приобретения жилья. Помимо жилья, важный вопрос дороги. От трассы М5 до микрорайона 4 километра. Долгое время ремонта здесь не было. Но сейчас техника работает почти круглосуточно. Это фактически можно назвать дорогой жизни. Вся сейчас связь с городом, учеба, получение услуг в Тольятти, в Жигулевске. Каждый день это люди ездят по этой трассе. Даже, знаете, когда вот начали, зафрезеровали, вот ушли вот эти неровности, народ начал уже благодарить. Хотя это еще была только первая часть. Дорога в муниципальной собственности, земля вдоль нее федеральной и принадлежит национальному парку «Самарская Лука». Поэтому капитальный ремонт ведут в 2 этапа. В этом году заменят все полотно от трассы М5 до микрорайона Яблоневый овраг. На эти цели по поручению губернатора Самарской области из регионального бюджета выделено 17 миллионов рублей. К установке столбов освещения планируется приступить в следующем году. В центре Жигулевска в это время праздничный концерт. Тысячи жителей пришли на площадь Мира, чтобы поздравить любимый город. Поздравления звучат и со сцены. Тех, кто много лет работает в городе, награждают благодарственными письмами и почетными грамотами губернатора Самарской области. А тем, кто еще только планирует переезд в Жигулевск, вручают сертификаты на приобретение жилья. В день города их получили 2 многодетные семьи. Мария Шпакова, Владимир Терентьев. Новости губернии. Ставропольский район.